Футбольные власти Ирана распорядились проверить половую принадлежность женской сборной по футболу, после того, как выяснилось, что 8 игроков в ней мужчины. Говорят, что эти 8 ждут операцию по смене пола, но по факту все все еще мужчины, и некоторые из них даже ранее выступали в мужских турнирах. Что? Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. НАСА поделилась с нами свежей, сочной фоточкой Харона, крупнейшего спутника Плутона. Фотка сделана на New Horizons во время его максимального сближения с Плутоном. А иногда фанаты Fallout а бомбят ну просто офигенски. Помните того чувака, который отправил более 2000 крышечек в Bethesda? Так вот, у него появился конкурент название самого отчаянного фаната игры. Канадец построил у себя в подвале собственное убежище Волтек. Пока что, правда, есть только стильный вход, но в его планы входит дальнейшее обустройство Помещения. Зовут этого фаната Трейхил. И вот что он говорит про свое творение. Обычно я всем говорю, что построил его, потому что живу на севере и тут скучно. Но на самом деле причина кроется в другом. Недавно я закончил строительство собственного дома, и жена заявила, что подвал полностью в моем распоряжении, и я могу делать там все, что захочу. Думаю, впоследствии она пожалела об этом. Вряд ли. Эта крутецкая дверь весит что-то около 50 килограммов, и двигать ее надо руками, а на материалы и работу канадец потратил в целом примерно 400 долларов. Как же эта штука круто выглядит. Да даже если туда просто диван с приставкой кинуть, это уже будет великолепным убежищем от да всего, молодец, строи, у тебя руки из правильного места. Но ну, а парижская компания Лу п основали службу по заказу бабушек. Бабушек, которые наготовят домашних вкусностей, а может, даже сказочку расскажут. Женщины, которые работают на эту службу, не имеют специального кулинарного образования и не готовят ресторанных изысков, только домашняя настоящая уютная кухня. Но разве это не великолепно? К их услугам с удовольствием прибегает семьи с детьми. Помимо готовки, работницы немного занимаются детками, учат в магазине выбирать продукты и показывают, как готовить. В штате сотрудников несколько десятков бабушек, и у каждой своя специализация. Кто-то умеет готовить попроще, а кто-то сможет приготовить обед из четырех блюд. Но и оплата у них разная, от 12 до 42 евро в час. Цените своих бабушек. Какая же это милота. Это и домашняя кухня в семье, и работа для пенсионеров, и вообще. Да и вы, ребят, может навестить о своих. Выходные все-таки. Но напоследок у нас отменная порция великолепного неадеквата. Помните историю про паренька с травкой на экскурсии в таможне? Эта история ей не уступает. Во Флориде в городе Форт Майерс полиция арестовала некую Эрин Крич за нецелевое обращение в службу спасения и хранение марихуаны. И что же в этом такого, спросите вы? Все дело в поимке этой негодницы. Эта Эрин позвонила в полицию пожаловаться на своего наркодиллера, потому что он ее, видите ли, обвесил. Она пришла покупать марихуаны на 75 долларов, а он ее что-то мало насыпал. Приезжайте раз Беритесь! Полиция поехала на место вызова, и да, стоит Эрин, все еще общается с диспетчерами. И прибывшим стражам порядка объяснила, что вот он, дом негодяя, который ее обманул. Дилера из-за отсутствия доказательств арестовывать не стали, а вот Эрин, у которой в машине действительно обнаружили наркотики, взяли под стражу и отпустили под залог в 3000 долларов. Господи, женщина, о чем ты вообще думала? Мне кажется, полиция поехала на вызов реально брать ее за пранк, потому что но ну, кто в здравом уме может так спалиться? Я думаю, мисс Клич победительница на этой неделе. Что скажете? И кстати, ребят, представьте себе, но ну, это не единичный случай. Ну а коммент дня к прошлому выпуску от Серк-Серк. Парень молодец, две экскурсии по цене одной. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на Неновости, а также на мой второй канал Будум, где я играю с вами в игры, например, в Мафию. Ставьте лайк и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. И если вдруг сами наткнетесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующую тему на странице Неновостей ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, а также не забудьте про Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и Гугл+, и однокласснички еще. Спасибо всем тем, кто поддерживает мой проект. Подробнее об этом можно узнать по первой ссылке в описании. Поддержи.неновости.ру Всем удачных выходных Пока! В Сирии в последние годы происходит разное. Президенту Башару Асаду противостоит вооруженная оппозиция. И еще одновременно с этим разрослась террористическая организация, которая... Привет, меня зовут Елена Расохина, и я основатель и ведущая проекта Неновости. Передача о событиях из самых разных областей человеческой жизни.